Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 16-го каталога Faberlic, очень крутого, с огромным количеством новинок снова и классных акций. Итак, поехали! Уже руки чешутся, девчонки, сделать заказ по этому каталогу давно, и невозможно прям дождаться. Смотрите, у нас будет новая акция, 1 миллион рублей, мега-акция. Мы с вами в период с 26 октября по 15 ноября, то есть 16 каталог, да, делаем покупку по каталогу, и за каждые 499 рублей мы получаем вот такой вот купончик. Подарок в каждой карте. В общем, за каждые 500 рублей у нас будет подарочек. 100 тысяч подарков, 10 тысяч подарков на счет в личном кабинете. Ух ты, 100 подарков по 10 тысяч рублей на счет в личном кабинете. 10 подарков по 100 тысяч рублей. Вообще круто. 1000 подарков по 1000 рублей. В общем, денежки будет дарить компания. Это очень приятно на самом деле. Подарки хорошо, но когда деньги, еще круче. Девчонки, новая коллекция одежды. Мне так понравились некоторые вещи. Наконец-то Faberlic дозрели до нормальной коллекции одежды. И костюмчик спортивный мужской здоровский. Но шорты я не ношу, а так бы и вот эти похвалила. Посмотрите, какие прикольные. Цены, конечно, не совсем бюджетные, далеко, да, и здесь у нас 90% хлопок и 10% полиэстер. Хорошо, что есть немножко полиэстера, не так будут вытягиваться колени на костюмчике. Вот этот розовый мне очень понравился, ну шикарный костюм, со скидкой консультанта. Так, смотрите, шорты у нас шорты 1300, худи 2000, ну, дороговато, конечно, дороговато. Очень дороговато, скажем так. Вот этот малиновый костюм красивый. Ну, хотя бы уже есть за что отдавать деньги, да. Интересно, конечно, посмотреть на качество. Я надеюсь, что на пункт выдачи, может быть, и себе что-то возьму. Придут костюмчики, мы с вами сделаем обзор. Вот он, костюмчик классный, мне нравится прям вообще. Так, и дальше у нас новая линеечка Love, которая у нас с ланолином, да, и шерсти овечек. Вообще здорово. И она довольно бюджетная. Смотрите, крем для лица увлажняющий 50 мл, 199 рублей. И крем для лица питательный, то есть будет еще больше питать, да? А у нас тоже 199 рублей, любой кремушек. Это здорово. Будем обязательно брать с вами на затест из этой серии какие-нибудь новиночки и вместе их пробовать. По 99 рублей крем для снятия усталости с ног возьму по-любому. А, питание и смягчение. Что здесь у нас еще? Крем для рук увлажнение, крем для рук питание, восстановление и защита. Крем для рук любой тоже 99 рублей. Так, и в этой линейке у нас еще средства для волос есть. Это шампуни по 400 мл, девчонки, 249 рублей. Питание, восстановление, сила и блеск для всей семьи. Вот, скорее всего, для всей семьи я и возьму, чтобы и дочки тоже применять. 4+, видите, детку можно с 4 лет. И маска, бальзам, питание, восстановление. Здесь у нас 200 мл, 229 рублей. Возьмем обязательно, девчонки, с вами и протестируем. Новые новиночки. В разделе интимного ухода у нас с вами Луника называется эта серия. И что у нас тут представлено? Очищающее гидрофильное масло, очищающий крем-гель для интимной гигиены, спрей вуаль и крем для интимных зон. Тоже обязательно что-нибудь с вами возьмем, потестируем. Наконец-то! Давно уже жду эти новинки, и уже совсем не блонд, но все равно хочется потестить. Пепельный оттенок вроде должен и на моих волосах. У меня сейчас тон 7,1 на голове, да, остаться. Здесь у нас шампунь, бальзам и сыворотка, которая тоже у нас такого слегка сиреневого цвета. По ценам. Любой продукт 379 рублей. Не очень бюджетная линеечка, да, но все равно интересно. Шампунь для нейтрализации, сыворотка для осветленных волос и бальзам для осветленных волос. 200 мл, 250. 250 шампунь, 150 бальзам. 30 мл всего сыворотка. Дальше новая тушь. Вот здесь уже мне интересно, девчонки. Правда, 500 рублей уже все дороже и дороже. Это линейка Glam Team, и здесь уже у нас силиконовая кисточка. Причем с одной стороны нет ворсинок. Плоской вогнутой стороной нанеси тушь на основание ресниц. Переверни щеточку, расчеши ресницы, распределив тушь. Хочу. Хочу попробовать. Вот такая кисточка, это мое, скажем так. Поэтому вот эту тушь хочу. Скорее всего, возьму тоже. Палетка, девчонки, у нас с этого каталога будет скидка 70% для тех, кто делал в предыдущих двух каталогах заказы, да, на любой продукт. Хочу взять вот эту палетку, надеюсь, она там будет, но должна. 1500 она у нас, да, по каталогу. Просто оттенки. Оттенки вот самые мои любимые, самые ходовые, да. Насколько я понимаю, по каталогу или так сфотографировано, что они все шиммерные, кроме вот этого. Создавая эффектный цветный переход, играя с оттенками, ищи свой стиль, тра-та-та-та-та-та-та.
Так. А, 10 насыщенных сатиновым финишем. Ага. Сатиновый все-таки финиш у всех у этих цветов. Ну, ладно, на зиму самое то. Так, дальше, девчонки, ароматы. Я их по традиции всегда пролистываю. Новинок у нас в ароматах пока нет, но ожидаются в ближайшее время. Я уже видела анонс. Посмотрим с вами. А вот это вот так. Это у нас новинки прошлого каталога. Тушь, которая делает у нас такой эффект естественных ресниц, судя по отзывам, потому что кисточка здесь не силиконовая, а ворсистая. Они такие вот естественные, то есть не уложенные под одну гребенку, а такие вот кто куда. Консилер в прошлом каталоге, новиночка наша, да? Вот такой вот блеск для губ выходит в линейке Glam Team. Называться он будет Lip Charm, наверное, да? Вообще чарм, но, наверное, шар. И этот, в принципе, тот же самый дизайн, который у нас были блески недавно, да? Я вам в пустых баночках показывала один из этих блесков. Я их не люблю, они липкие. Я его выкинула. Брать не буду, девчонки, потому что блески вообще сами по себе не люблю. И мне кажется, все-таки это перевыпуск, и тоже будет он достаточно липкий, поэтому мимо этой новинки точно прохожу. Хорошая цена будет на помаду полуматовую губную бархатный сезон по 169 рублей. И много оттенков представлено. У меня есть два оттенка этой помады. Мне очень нравится текстура. Они похожи с полуматовой губной овацией. С полуматовой губной помадой овация, которую у нас уже сняли. Классные помады, люблю, обожаю. Текстура нравится, мне лично губы не сушат. Вообще прям полный восторг. Так, из лаков, девчонки, вы мне советовали. Я брала брала покрытие в черном флакончике, да, оно сразу слезает кусками. И вы мне посоветовали верхнее... Так, это для матового, не то. Вот из этой линейки какое-то верхнее покрытие. Угу. Тут только для матового эффекта вижу. И основу. Нужно будет поискать на сайте, потому что вы мне писали артикул, я себе сохранила, буду обязательно пробовать. Здесь что-то в каталоге его не вижу. Кстати, еще есть смысл взять вот эти патчи, мне кажется, со скидкой 70%. Они у нас 1700 от черной цены. Вот посчитайте 70%, сколько будет. Потому что я прям в последнее время встречаю только положительные отзывы, что темные круги прям убирают, и лучшие патчи, которые девочки пробовали, лучше корейских. Мне самой стало интересно. Возможно, как-нибудь я их обязательно со скидкой 70% и урву. Моя любимая карбокситерапия будет по очень привлекательной цене. Первые два шага 539 рублей, маска 379 рублей. Советую брать в комплексе, потому что маска работает очень круто. У меня есть видео по этой трехступенчатой системе. Кто не видел, постараюсь, если не забуду, оставить ссылочку в инфобоксе. Новинки из линеечки N4W, да, понравились. Мы с вами вместе их тестировали, тоже видео в инфобоксе оставлю. Действительно понравились. Они у нас 12+, но в то же время здесь есть и кислородный комплекс Novatem. То есть с какими-то возрастными изменениями все равно эта косметика борется. Поэтому подойдет и для любой кожи. Мне подписчики писали... Вы мне писали, что некоторые и в 40, и в 50, и в 60, у кого комбинированная жирная кожа, пользуются этой линейкой в диком восторге. Поэтому очень неплохая линейка, да, действительно, для жирной комбинированной кожи прям замечательно. Мне все понравилось, и тоник, и масочка, и крем. Хорошая, достойная линейка. Кислотный уход для кожи, это сейчас уже можно, это сейчас уже тема. Я уже ухаживаю за своей кожей с помощью кислоты, вам рекомендую. У нас будет набор из трехшаговой, из трехступенчатой системы по привлекательной цене 1000 рублей, да, все три средства. Плюс скидка консультанта выходит очень даже неплохо. Советую, рекомендую, пилинг Faberlic достаточно бережный, здесь АХ-кислоты, они не агрессивные. Да, будет пощипывание, да, будет покраснение, энзимный пилинг шаг Б. Потом так еще ядрено вычищает вашу кожу. Мне нравится эта ступень, я уже неоднократно ее брала. На холодное время года просто незаменимый уход за кожей. Люблю, обожаю. Девчонки, по этой линейке дам отзывы свои чуть позже. Сейчас тестирую новинку, вот этот шприц, концентрат для лица стоп морщин. Так, да, стоп морщинам у меня. И когда добью его, дам уже отзыв полноценный, действительно помогает или нет. По крему и сыворотке с ретинолом могу сказать, что нравится. Да, действительно нравится, да, действительно вижу эффект. Если пользоваться на постоянной основе, вечер сыворотка, утро крем, действительно есть эффект уже через день, через два я вижу. Кожа как-то выглядит, ну, не знаю, здоровее что ли и, соответственно, моложе. Поэтому мне понравилось. Сейчас активно пользуюсь этой серией и потом обязательно вам отзыв свой оставлю.
Вот и скидка на мой любимый бальзам для стоп гладкие пяточки. У нас будет бонус за покупку. Средство любое для ног за 99 рублей. Обязательно возьму себе парочку в запас, потому что, вы уже знаете, я обожаю и для стоп, и как ночной крем для рук. Идеально работает. Вот по этой линейке, девчонки, что хотела вам сказать. У меня заканчивался прошлый тюбик D-Line, который с алоэ. Крем после депиляции. Там прям на одно применение было, даже на одну ногу. И я побрила ноги и нанесла на одну ногу D-Line с алоэ, на вторую ногу вот эту новиночку. Что хочу сказать. После D-Line с алоэ покраснения прошли секунд через 30. После вот этой вот обновленной линеечки они не совсем прошли до конца, и только минут через 5-10. Делаю вывод, что линейку испортили. Я уже вам писала отзыв в Инстаграм. Да, действительно, серия хорошая, гель для бритья хороший, в принципе, все нормально. Но старое было лучше, однозначно. Я прям специально протестила, девчонки, на одну ногу это средство, на другую это. Разница очень большая. Так что, если еще есть на складах крем после депиляции с алоэ, я буду его искать и буду брать лучше его. Здесь, кстати, эту линейку мы с вами практически всю, кроме банана, протестировали. И вкусный запах, слава богу, без выпечки. Слава богу, нет отголосков каких-то кексиков, печенюшек, а вот именно фруктовый аромат. Я этому рада. Хотя заявлено, конечно, что должна быть у нас там все-таки выпечка в ароматах, но ее нет, и слава богу. Мегаформат гелий для душа Ботаника 400 мл. Смотрите, какая красота. Антистресс. Свежести баланс с яблочком. Мне, кстати, не очень понравился аромат этот. И нежности шелковистости. Антистресс, наверное, возьму и попробуем вместе с вами. Желтые ценники на линеечку Ла Крема. Здесь мне попалась на глаза прям крупным планом на этот раз в каталоге мочалка Кисе. Очень классная мочалка, девчонки. Так здорово пилингует кожу. Наносите гель для душа на кожу, на мокрое тело, да, и проходитесь вот этой мочалкой. Надеваете ее на руку и проходитесь. Классный эффект, мне так понравилось. Действительно достойная мочалка. Со скидкой консультанта выйдет как бы за копейки. И шампуни Ботаника, смотрите, два в объеме 400 мл за 139 рублей будет у нас как бонус за покупку. Здорово. Это укрепление и блеск, и восстановление и защита. Мне больше нравится объем и густота, потому что корни жирнятся быстро. А так бы я себе, конечно, взяла такую бадью в запас, пусть будет. Буду брать, девчонки, первый раз вот такие детские зубные щетки, потому что эти уже малышковые, но нам как-то хватит. Нам уже 7 лет. Вот, решила взять вот такие вот ребенку. И пасты в запас обязательно возьму по 69 рублей будут. Возьму обязательно средства для подмывания и вот этот вот шампунь. Что-то у нас все позаканчивалось. В этот раз буду пополнять свои запасы. Вот эта линейка 0+, вообще великолепная. Ее прям обожаю. Достаточно выгодно будет брать как-то. Или 700 с чем-то рублей они будут со скидкой 70%. Да, если один продукт будете брать. И суп. Тоже 700 с чем-то рублей они выходят со скидкой 70%. Поэтому кто давно хотел, но душила жаба, сейчас самое время. Новое средство для ванны у нас появляется вот такое вот. С эффектом белизны, девчонки. Раковины, ванн, плитки, плиточных швов. Хочется попробовать. Новиночка. Будем с вами тестить. Попробуем на швах. Очень интересно, как себя поведет на самом деле. Наконец-то в каталогах у нас с вами появилось питание Нечаев. Раньше мы его видели с вами только на сайте и в обзорах, да. И здесь все подробно и замечательно расписано. Вот смотрите, Нечаев с семьей, с большой, со своей. Супы. Я, кстати, пробовала два. Мне понравились оба. Мяско добавляла, правда, а так очень вкусно. Супы, каши, шоколадки. Шоколадки не бюджетные. Я взяла вот один раз, больше брать не буду. Честно. Чаи у меня стоят до сих пор три вида, что-то у меня никто их не заценил. Одна я пью, изредка муж. Он как-то больше любит черный классический чай, нежели вот такие вот добавочки. И все, девчонки, вот такой вот крутой подарок за регистрацию будет у нас для новичков. Вот эта вот палеточка замечательная, мне кажется, классно получить в подарок такую палетку. Если вы еще не зарегистрированы в Faberlic, ссылка всегда под видео, проходите, регистрируйтесь, тогда я с вами сразу свяжусь. Буду вашим наставником на протяжении всего пути в Faberlic. Ну и на этом, мои хорошие, прощаюсь. Пишите, что вы будете брать из новиночек. Пишите комментарии. Всегда с радостью с вами общаюсь. Всем пока-пока. Всех люблю, целую.